тоталитарная система не может функционировать без массовых репрессий. Репрессии нужны, как, знаете, как работает министерство. Вот работает там министерство промышленности, министерство связи или еще что-нибудь. Вот должно быть министерство убийств, понимаете, министерство репрессий. С утра пришли цифры, 10 тысяч человек расстрелять, как Сталин. Он трубку он подписал. А неважно, кто там попал. Товарищ Сталин, произошла большая... Да неважно, надо 10 тысяч расстрелять, но нужно. 100 тысяч посадить надо, надо отправить их на стройки. ГУЛАГ, там вот все такое. Это функциональный механизм тоталитарной системы.